Вот такой, ребятки, планшет Бравис. Непонятно какого года. Ему, наверное, лет столько же, сколько и мне. Но даже, друзья мои, вот таким вот радостям. Так, ну что, друзья, всем добрый вечер. У нас сейчас начало 6 вечера. Сегодня мы отработали. Он малого с собой взял прогуляться на самокате. Самокат всю зиму стоял. Сейчас решили прокатиться. О, Илюха, красавка. Бессовестный. Фу, ребят, ну сегодня у нас день беговой был. Пипец просто. Целый день на работе. Вот и сейчас вот, ребятки, с работы пришел. И бегом, бегом бегать начинаем. Мы тут с женой, друзья, помогаем одним бабушкам. Вот, и вот это сейчас бегу до хлопца. Договорился 2 дня назад. Короче, у них планшет Бравис. Представь, вот бабушка, да, на пенсии. Вот этот планшет, вот они недавно взяли. Это единственный, вот, ну, единственная, как говорится, у них, наверное, радость, что ли, я не знаю, как это назвать. И вот он у них сейчас, короче, гавкнул. Отдал хлопцу. Хлопец его перепрошил. Вот, иду, вот сейчас буду платить хлопцу 200 гривен за то, что тот его сделал. А, кстати, друзья, кто помнит, вот здесь вот через дорогу, вот, чтобы вы понимали, какой район, да, Пушка. Помните, раньше огороды были? Сейчас-то, кстати, пооставались у многих тут огороды, но так как там водоснабжения никакого, люди вон с домов таскают воду в бидонах, в баллонах по лету, вот когда сажают, поливают. Ну, конечно, садят так максимально так, чтобы не поливать, но тем не менее, помидорчики, огурчики, такое поливается. Илюха у нас, кстати, бессовестный кошмар. Илюха, блин, мне своей болтовней не дает даже с мыслями собраться. Кстати, ребят, да, забыл сказать, поругайте его. Не хочет вообще уроки ни в какую делать. Это не ребенок, это ходячая нервотрепка. Не, я понимаю, конечно, я представляю себя, каким я был. Я был приблизительно таким же, какой сейчас у меня сын. Но тем не менее, хотя я уроки не любил, но обязан был их делать. А это же чудо в перьях, все нервы вытрепает. Но ни в какую за уроки. Не подписывайте ему лайки. У кого такой же ребенок, жми лайк. И напиши в комментариях. Тоже у вас такая беда с уроками? А не, ну реально, ребят, такая, блин, программа во втором классе. Это просто жопа. Вот вспоминаешь свой первый, второй класс, блин. Рисовали треугольнички, палочки, там цифры от 1 до 10. Учились рисовать. Ну, также первый, второй класс. Ну, не такие же, бляха-муха, сумасшедшие задачи, что мы сидим с женой и не можем дуплят срынуть этой задачи. Ну, это просто жопа полная. А представьте, что вот ребенок. Он вообще не понимает этих задач. Я вот на него смотрю, и я вижу, что он ни хрена не понял. Вот, ну, если я, блин, взрослый не могу понять. Илюша, не спеши! Так что вот так вот воюем, друзья мои. Я туда хочу. Там по лету тепло, и можно есть шашлык. И раньше ящериц ловили, помнят все? Как ящерицы, ящерки. Ты там в каждую руку по 3 ящерицы. Устраивал драчки ящерицам. Да ну, блин, прикольное детство было вообще. Сейчас 33 года, а иногда так хочется в такое детство вернуться. А, Илюша? Понесся, понесся. Так вот, ребят, что хочу сказать по поводу вот этого, что бабушкам помогаем. Друзья мои, помогайте бабушкам, всем, чем только можете, старайтесь, помогайте, потому что сами знаете, какое сейчас время. Очень непростое, очень сложное, сейчас очень тяжело им жить. Вот, очень тяжело выйти, тем более там, той бабушке, которой я помогаю, у нее дедушка, я так понял, инвалид, ходит тут, вот, знаете, такая тренога на колесиках, чи 4-нога, как там ее назвать, я не знаю. Вот, переели, передвигается по квартире. И вот, представьте, как тяжело, да? Вот и помогаем всем, чем только можем. Илюш! Друзья, по поводу того, что вы говорите, куда ты пропал. Вот туда, ребят, и пропал. У меня сейчас вот одна забота. Это работа, дом, работа, дом, работа, дом. С работы на работу идешь. Времени вообще нема. Куда-то сходить там. Финансов тоже особо нет. Что такое, Илюх? Ногу подвернул? Моя ж ты радость. Так что, друзья, все то, что вы видите в моих видео, это и есть моя маленькая, скромная, реальная жизнь. То, как мы сейчас здесь все живем. И так сейчас каждый хватается за любую работу, дабы прокормить семью. Вот правильно говорил Мухаммед Али. Тот человек,
как он там сказал, тот человек настоящий, который не боится браться за любую работу. И даже если ты на эту зарплату можешь только прокормить свою семью, ты уже великий человек, потому что, ну, мало таких. Сейчас, блин, ну, есть такие, что вообще сидят на жопе, ничего не делают. А когда ты на трех работах пашешь, как проклятый, чтобы прокормить семью в такое военное непростое время, вот так оно и получается. А еще этого чупика надо обуть, одеть на весну. Да, весна приходит. Так, перестань. А ну только то начинает баловаться. О, что-то гэпнуло. Вот такой, ребятки, планшет Бравис. Непонятно какого года. Ему, наверное, лет столько же, сколько и мне. Но даже, друзья мои, вот таким вот радостям